Всем привет! Продолжаем читать главы из книги поэта Первой мировой войны, антология, составитель Анатолий Соколов и редактор Борис Орлов. Сегодня я попробую вам рассказать о Николае Асееве. Николай Николаевич Асеев родился в 1889 году в городе Льгове Кировской губернии, в семье страхового агента. Детство в основном он провел в доме у деда, потому что мама рано умерла. А дед был заядлый охотник, рыболов, любитель народных песен и сказок. Ну, естественно, конечно, он, я думаю, что и пел, и рассказывал Николаю Асееву. Это все осталось молодого Николая. В 1909 году окончил Курское реальное училище, коммерческий институт в Москве. Слушал лекции на филологическом факультете в университете. Уже тогда начал писать в 2014 году первый сборник стихов Асеева «Ночная флейта». Началась Первая мировая война. Асеева мобилизовали на австрийский фронт, но он заболел воспалением легких, поэтому был комиссован, потому что, ко всему прочему, еще нашли у него туберкулез. Отправили домой на поправку. Но через год он прошел переосвидетельствование и снова был направлен в полк, где пробыл до февраля 1917 года. В годы гражданской войны находился на Дальнем Востоке. Уже тогда писал достаточно плотно, вышли очень много сборников его стихов. И вот надо сказать, что даже вот Маяковский его отмечал в стихотворении юбилейное, он написал: «Правда, есть у нас Асеев Колька, этот может, хватка у него моя». Асеев познакомился с Маяковским в Лефе. А Лев – это Левый фронт искусства, так называлось творческое объединение, которое существовало с 22 по 28 год в Москве, Одессе и других городах. Там было очень много известных людей, бывшие футуристы Маяковский, Брик, Третьяков, Кушнер, Арватов, Чужак. Также принимали участие литераторы Пастернак, Незнамов, Кирсанов, Каменский, Гастев, Терентьев, Левидов, Шкловский, Родченко, Степанова, Попова, Татлин. Кинематографисты сотрудничали, такие как Эйзенштейн, Кулешов, Козинцев, Траубер, Вертов, Юткевич. Крупная организация, действительно. Вот они, конечно, там варились в этом котле, друг с другом знакомились, спорили, читали стихотворения. Асеев вот так писал о себе: «Я 27-летний поэт, выученик символистов, увлекался переводом Малларме, Верлена, Гриффина, Гофмана, Оскара де Уальта. Я рафинированный интеллигент». Так он писал. Несколько его созвучий интересно. «Я запретил бы продажу овса и сена. Ведь это пахнет убийством отца и сына. Тебе бы не повесть, а поезд. Тебе бы не рассказ, а раскат». Блестяще писал стихи. В 1964 году Николай Асеев умер. Но это один из поэтов, который прошел все мельницы 1937 года, все послевоенные разборки власти с писателями и поэтами, и остался одним из самых пламенных и ортодоксальных большевистских поэтов. Кстати, в 1941 году за поэму «Маяковский начинается» получил сталинскую премию, а через 20 лет при Хрущеве ленинскую за сборник «Лад». Помогал молодым поэтам во время хрущевской войны. Вот такой человек. Ну, сейчас попробую прочесть несколько его стихотворений. Называется это стихотворение «О смерти». «Меня застрелит белый офицер, не так, так этак. Он целясь не изменится в лице, он очень меток. И на суде произнесет он речь, предельно краток, что больше нечему уберечь, что нет здесь пряток, что женщину я у него отвил, что самый лучший, что сбили здесь в обнимку три судьбы. Обычный случай. Но он не скажет, заслонив глаза, что всех красивее она звалась 15 лет назад его Россией». Такое патриотическое стихотворение, красивое. Следующее стихотворение называется «Надежда». «Насилие родит насилие, и ложь умножает ложь. Когда нас берут за горло, естественно, взяться за нож. Но нож объявлять святыней, и, вглядываясь в лезвие, начать находить отныне лишь в нем свое отражение. Нет, этого я не сумею, и этого я не смогу. От ярости онемею, но в ярости не солгу. Убийство зовет убийство, но нечего утверждать, что резаться и рубиться – великая благодать. У всех, увлеченных боем, надежда горит в любом. Мы руки от крови отмоем и грязь с лица отскребем. И станем людьми, как прежде, не ярости, да кости. И в этой одной надежде на смертный рубеж вести». Это было написано в 43-м году, как раз разгар Великой Отечественной войны. В 1960 году вот он написал такое стихотворение. Стихотворение называется «Простые строки». «Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый час, год
если бы в репе мельчить дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. Просто супер, какие красивые, действительно простые строки. Ну, вот последнее стихотворение, которое я хотел вам прочитать, оно называется «Решение». Тоже написано в 1960 году. Я твердо знаю, умереть не страшно. Ну что ж, упал, замолк и охладел. Была бы только жизнь твоя украшена сиянием каких-то добрых дел. Лишь доживи до этого спокойствия и стань доволен долей небольшой, чтобы и ум, и плоть твоя, и кости пришли навек согласие с душой. Чтобы тебя не вялость, не усталость к последнему порогу привели, и чтобы после от тебя осталась не только горсть ископанной земли. И это непреложное решение, что с каждым часом глубже и ясней, и оставляя людям утешение, хорошим людям, людям наших дней. Вот немножко я вспомнил Николая Асеева, прочитал его стихотворение, поэт Николай Николаевич Асеев. Вот и все, пока, всем привет, до свидания.